Привет-привет. За последние сутки как минимум дважды обсуждали заточку ножей в походе. Дважды приходили к мнению, что никто не видел, чтобы кто-то с собой брал набор Иланский или там Триангл. Но тем не менее, где-то год назад я видел в продаже Иланский не вот такие, ну и коробки эти были, но были наборы такие в пластике, в которых присутствовала одна струбцина, один камень и одна направляющая. Если не ошибаюсь, был точно такой же набор, но два камня и две направляющие. Было непонятно вообще, для чего они нужны. Там не было ни масла, и камней вроде бы казалось мало. Но были ролики, которые я вот не смог найти, чтобы привести в качестве аргумента. То ли их удалили, то ли я их просто не смог найти. В общем, в ролике был мужик, который брал в поход вот именно набор Лански в таком виде. И было показано, как он его транспортирует. Вот эта вот струбцина закреплялась вот таким вот образом. Вкручивались винты. Один сюда, второй сюда. Вот и так она достаточно, ничего не болтается. И вот он вот эти вот вещи клал в рюкзак. И говорилось о том, что там в трясущейся машине, в темной палатке можно достаточно комфортно переточить нож. И в принципе я с этим согласен. Конечно, можно взять с собой мусат, можно взять камень. Они тоже будут занимать определенное место. Здесь, ну, возможно, да, место занимает, но не сказать, что это какие-то невероятные объемы. Но тем не менее, один или даже несколько ножей могут действительно быть быстро переточены и практически в любых условиях. В общем, оставлю это видео, ничего в нем особенного, но, возможно, буду на него ссылаться, если, опять же, возникнет еще раз такая дискуссия. Продолжаю вести блог kahanov.com/blog. В общем, всем привет!